В Якутске забили первую сваю нового здания республиканского онкологического диспансера на строительной площадке по Петра Алексеева, 89. Диспансер является единственным специализированным учреждением Министерства здравоохранения республики, оказывающим медицинскую помощь взрослому населению республики по диагностике и лечению злокачественных новообразований. Сегодня очень историческое событие, долгожданное событие, событие, которого ждали и врачи, и вся медицинская общественность, и наши пациенты. И, конечно, ощущение вот начала, да, это такое большое счастье. И мы уверены в том, что все-таки этот объект будет построен. Мы ждем его и ждем уже давно. Многие поколения онкологов и ждут. Конечно, мы счастливы, только счастливы.